привет! Сегодня у нас будет обзор батареек AquaChell, которые заряжаются от воды. Эту батарейку я уже тестировал сам, а это новое, я ее вот уже погрузил в воду, и проходит уже 6-я минута с момента, как она в воде. Итак, посмотрим, что же случилось с этой батарейкой после того, как она, получается, один раз зарядилась. Я ее полностью разрядил и поставил на второй раз на зарядку. Тоже на 6 минут, точнее там написано на 5 минут надо ставить в инструкции. Я поставил там на 6, на 7 минут. У меня здесь есть тестер. Видите его показания или нет. Итак, смотрим. Заряд батарейки у нас 0,2,8 вольта. У меня есть новая батарейка. Посмотрим, сколько же показывает у нас на новой батарейке. Новая батарейка 1,63 вольта. Итак, эта батарейка у нас получается по факту уже как бы, хоть она и прошла второй цикл зарядки, якобы, но по факту она уже не подлежит использованию. То есть эти батарейки, они одноразовые. Как это ни печально, но они одноразовые. Фонарик не горит, ему не хватает мощности. Достаем батарейку, которая пробыла уже 6, уже может даже 7 минут в воде. Сейчас я ее вытру. Обязательно нужно ставить батарейку, получается, вот в такое положение. Потому что если она лежит у вас в стакане, то пузырьки не могут спокойно выходить из батарейки, и вода туда внутрь не затекает. Так, обтираю хорошенько. Итак, обтер, закручиваем. Скользит. Я, честно, думал, что батарейки будут многоразовые, можно будет постоянно вот так вот их ставить в воду на зарядку. И как бы это, можно сказать, вечные батарейки. Да что ж ты не закручиваешься нормально? Мерзкая резьба какая-то. Вроде ничего не попало в резьбу. Так. Вроде затянул. Посмотрим, что сейчас покажет нам заряженная батарейка. Заряженная батарейка нам показывает 1,65. То есть то же самое, что нам показывает простая обыкновенная батарейка. Так, вставляем, проверяю. Фонарик светит. Светит достаточно мощно, ярко. Что я могу сказать? При своей стоимости в 2 с копейками бакса, ну, эти батарейки не стоят того, чтобы их покупать. Да, это как новинка, что-то такое новенькое, необыкновенное. Можно, конечно, купить, попробовать, я не знаю, там удивить друзей, знакомых. Но для повседневного использования я как бы не сильно вижу смысла покупать такие батарейки. К примеру, блок вот таких вот батареек пальчиковых из 10 штук в магазине Метро стоит всего лишь доллар, ну, до полутора долларов. То есть я могу за те же деньги купить себе 20 батареек, которые в совокупности прослужат мне намного дольше, чем две вот такие вот ультрановые батарейки. Решайте сами, покупать вам, не покупать, но, честно, мое заключение в том, что, ну, не стоят эти батарейки своих денег. Всем спасибо, кто меня смотрел. Надеюсь, вам ролик был полезен. Всем спасибо, ставьте лайк. Пока!